Итак, снова здравствуйте, уважаемые любители красоты и здоровья. Как видите, сегодня уже 21.04, то есть апрель 2020 года. И вот такая аномалия. В общем-то, идет снег. Видите, зеленая трава, которая была, и все уже засыпано снегом. Вот. Деревья. Все засыпано снегом. То есть снег идет на полную катушку. Но сейчас, кстати, уже не такие хлопья. Сейчас чуть-чуть поменьше. Но все равно. Вот сейчас подойдем, посмотрите. Вот елка стоит. Елка уже в снегу. В принципе, тоже красиво. Потому что значит, зимой только елки бывают под снегом, а тут, в общем-то, уже, можно сказать, должно быть лето наступить через месяц практически, а тут идет снег. Очень здорово. Видите, под елкой вот снег не падает, видно, что зеленая трава. Здесь вот снег. Прям на телефон снег уже падает. Хорошо, что зонтик я взял вот раз, вот, и помогает вот закрыться от снега, а то уже засыпало вообще полностью бы. В общем, вот такая аномалия, знаете, есть свои плюсы, это у природы нет плохой погоды, есть определенная своя красота, вот, чем можно и наслаждаться. Также хочу сказать, что благодаря такой погоде многие люди, ну, не любят такую погоду, сидят дома. И коронавирус, между прочим, тоже не любит такую погоду. А кому нам понравится? Сыро и холодно. В общем, все очень классно. Кому понравится такая погода, ставьте лайки. И до новых видео. Пока.